Привет, народ. Сейчас вот хочу сделать небольшой обзорчик посылки, которую вот получил сегодня. Эту посылку ждал почти 2 недели. Там еще такая интересная ситуация с ней переключилась. Отправили с одного места в другое, там потеряли. Там, в общем, целая детективная история. Ну, рассказывать о ней не буду. Слава богу, ее нашли. Так, ну что. Сразу скажу, что в ней ножи Мора. 4 штуки должно быть. Сейчас посмотрим. Так. 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 Пакет в пакете. Ладно. Откроем снова нож. Да. Долго я ждал. С нетерпением открываю данную посылочку. Так. Ну. Так. Так, заглянул туда. Ну, ребят, буду доставать по очереди. Пам-пам. Так, смотрим. Морок Ниф. Ну, блин, ребят, я не смогу произнести по-английски, как. Ну, вот тут видно. 511, Мора 511, Made in Sweden. Такие вот ножны. Ну, обзорчик такой сделаем, просто, что пришло. Морок Ниф, Made in Sweden. Карбон, сталь. Так, вот как бы так вот видно. Так, следующее. И ножны достались, а штык только вот он. Давайте засунем опять. Как будто они там внутри были. Так, смотрим. Так, Мора Книф, в общем, Мора 546-я, Made in Швеция. Смотрим. Мора Книф, Made in Швеция. Вот он, нержавейка. Так, 2 ножа уже есть. Следующий наш. Ай. Так, Мора Компаньон MG в скобках C. Честно говоря, не знаю, что это обозначает, но так написано. Made in Швеция. Ну, качество, конечно, тут так шершавый пластик, а здесь такой вот, как будто резина такая вот мягкая. Ну, какой-то мягкий пластик. Ручка прорезиненная. Ну, ценовая политика другая. Точнее, цена другая. Ну, приятно держать. Так, давайте вот так положим. Какие эти. Пам-пам. Ну, это, как все уже узнали, легендарная. Ну, с чужих слов я называю легендарной. Сам никогда не пользовался. Мора 2000. Так, Мора 2000 Швеция. Не китайка, настоящая шведская. Выступы. Резиночка такая. Да, есть тут какие-то косячки. Ну, это ладно, в следующих видео посмотрим. Так, ну вот, ребята, вот 4 ножа. В следующих видео будет уже обзор по этим данным ножам. Все, спасибо, всем пока.